Помните, как в 2020-м все с опаской думали, а что же будет дальше? Но Одесса, хоть и не без трудностей, смогла адаптироваться к пандемии. Мы модернизировали больницы и создали все условия для быстрой и бесплатной вакцинации в любой точке города, даже в автобусах и трамваях. Да, наши Одиссеи настолько многофункциональны. Они в этом году вновь выйдут на рождественский парад. Потому что даже в самое непростое время хочется праздника. Отвлечься, набраться сил, перевести взгляд с экрана смартфона на родных. И я не буду загружать вас цифрами. Как говорится, давайте поговорим об этом уже после праздника. Сейчас я хочу пожелать каждому одесситу в следующем году не подвести самого себя. Держать собственные обещания и прорываться к своей цели. Как вода сквозь камни. Ведь 2022 – год водяного тигра. А мы еще и в Одессе, самом морском городе страны. Можно не верить в астрологию, но главное – верить в себя, в свои силы, в свой город. И тогда все у нас получится. Пусть Бог хранит вас, ваших близких и нашу неповторимую Одессу. С Новым годом и Рождеством Христовым!